так сказать, россияне. Я нахожусь в маленьком населенном пункте, 3000 населения, так? Здесь продаются украшения, jewelry, да? Здесь рестораны, здесь картины изобразить, ну, там, художники продают свои картины. Здесь делается мыло, здесь делаются конфеты, здесь шьются разные виды там одежды, да, детская. Здесь из стекла делаются всякие вещи потрясающие. Здесь люди на тележках, ну, короче, здесь есть все, вот, любой вкус. А, ну и, конечно, рыба, осьминоги, все продается. Тут люди шикарно живут, и у них свои яхты. Кстати, бочка, смотрите, такие штучки. Прелесть. Просто я не знаю, это, об этом городке я узнала совсем недавно. 3000 населения. Дай бог каждому так жить.